Если пешеход сам не думает о своем здоровье, то подумать за него должна местная власть. Безопасно разводить потоки людей и машин на улицах города – задача непростая, но крайне важная. Речь идет не только о жизни пешеходов, но и о безопасности автомобилистов. Установка ограждений – только часть объемной программы по сокращению дорожного травматизма в городском поселении Одинцово. В эту программу входит много элементов безопасности, всего на сумму около 40 миллионов рублей. Первые 10 миллионов мы начали осваивать, вот эти вот элементы безопасности городского поселения вы сегодня видите на этом объекте. И у нас 11 объектов таких безопасных в городе Одинцово, где у нас очень часто встречаются как раз вот такие наезды и столкновения автомобилистов. Поэтому вот по этим объектам мы будем отрабатывать. Это те же заборы, это те же ограничения, это установка знаков, светофорных объектов. Это комплекс мероприятий, которые позволят обезопасить наших жителей в городе Одинцово. В рамках данного контракта предстоит установить более 2 километров ограждений. Секции, выполненные из оцинкованной стали, не требуют ежегодной покраски. За качеством монтажа следит муниципальная служба единого заказчика, а качество металла выявит ближайший зимний сезон. Одно из преимуществ нового забора – его ремонтопригодность. Естественно, мы не застрахованы от того, что может произойти дорожно-транспортное происшествие или просто вандализм, кто повредит. Это будем уже закладывать средства бюджета на исправление замечаний, что мы сделали в этом году. Но в основном подрядчик, слава богу, работает достаточно хорошо, качественно, профессионально. У фирмы, выигравшей муниципальный контракт, большой опыт в установке пешеходных ограждений. Бригады работают быстро. На перекресток средних размеров у них уходит примерно 2-3 дня. Процесс отработанный уже. Делаем мы, в зависимости от размера бригады, от 20 ограждений до 40 в день. Вот. По поводу сложности, все зависит от местности, от поверхности покрытия дорожного. Если асфальт или плитка, это немножечко дольше, потому что приходится плитку укладывать на место аккуратно, чтобы было как до установки. Если земля, немножечко проще. Гарантийный срок службы оцинкованного покрытия – 5 лет. Однако подрядчик уверяет, что данное ограждение является практически вечным. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».